Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Хорошо, Денис, хорошо. Ноги, не забывай, ноги. Ноги работают, удар идет от ног. Поживее и полегче, полегче на ногах. Полегче, нормально, нормально. Ага, прекрасно, прекрасно. Жень, вот все нормально. Раз, два, раз, оттянул, да, раз, два. Хорошо, давай, давай, нормально, нормально идти. Вот, вот. Хорошо, хорошо, молодец. Так, ребят, уснули? Так проснитесь. Как говорил Мухаммед Али. Вот. Бой должен длиться 13 секунд. Если помните. 2 секунды на сближение, 1 на удар и 10 на отчет рефери. Поживее, поживее, поживее. Ярче, 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 ярче. Ярче. На ножках легче. Садыч. О, какие люди. Привет. Как сам? Да ничего, ты как? Нормально. Да нормально. Как же нормально? Форму потерял. Ты не дай как-нибудь покрепче, я из нее отбивную сделаю. Так я тебе дал, пацанов, лечить. Давай лучше я сам с тобой разберусь. Нет, а кто тогда преступник ловить будет? Да ладно, не дрей. Что ты пасуешь? Я тебя так помну легонечко, массажик. А? Ну давай, давай, давай. А? Ну давай. Чтобы не зазнавался. Справишься сам? Справлюсь. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебе не просто так тренироваться позвал. Разговор есть. Какой? Серьезный. Ой, извини. Извини, дорогой. Вырвалось. Саныч! Саныч! Скорую, быстро! Причина смерти – геморрагический инсульт. А вот что его вызвало, будем разбираться. Он же молодой еще. Ты его хорошо знал? Ну, да. Лет 10 не виделись, не до бокса с нашей работы. Позвонил, говорит, приезжай в клуб, разомнемся. Вдруг взял и позвонил. Вдруг пригласил? Да. Говорит, разговор есть. А какой разговор, понятия не имею. Хорошо же ты его отделал. Это, кстати, могло вызвать инсульт. Валя, о чем ты говоришь? Я по нему ни разу не попал. Валь, ты еще не ушла?
зайди, пожалуйста, срочно ко мне. Спасибо. Доброй ночи, Галя. И тебе не спится. Да вот, заехала перед командировкой, решила взглянуть на материалы дела. Из клуба прислали запись. Костя был абсолютно прав. Георгий Ялин не пропустил ни одного удара за всю тренировку. Тогда я вообще ничего не понимаю. Гематомы совсем свежие. Откуда они взялись? Вот и мне стало интересно. По моему запросу прислали медицинские документы Ялина. Пойди, взгляни. Мне бы такое сердце. Покойный здоров, как бык был. Кроме одного нюанса. Низкая свертываемость крови. Да, вижу. Наверное, из-за этого он в свое время ушел с большого ринга. Возможно. У меня есть теория о том, откуда взялись гематомы на теле Ялина, если его никто не бил. Проверь, пожалуйста, кровь Ялина на наличие вот этих вот препаратов. Отличный был тренер. В сети полно восторженных отзывов. А жизнь у него была не сахар. 5 лет назад похоронил жену, а несколько дней назад единственного сына. А что случилось с сыном? И смерть сына никак не связана со смертью отца? Пьяный Глеб Ялин насмерть сбил на машине девочку-роллера. Ему светил серьезный срок. Повесился в следственном изоляторе. Галь, ты оказалась права. В крови Ялина смертельная доза антикоагулянта гемостатина. Да, так и есть. Передозировка разжижающего кровь препарата объясняет инсульт, кровотечение и гематомы. Препарат попал в кровь примерно за 12-24 часа до наступления смерти. Костя, я опросил персонал клуба, никто ничего подозрительного не видел. Конфликтов здесь у него ни с кем не было. Любили его, все уважали. Да, еще бы. Он тут 15 лет тренером отработал. Да, он сегодня обедал вместе с коллегами в клубе. Все ели и пили одно и то же. Так, а вот его витамины. Мне сказали, что он везде и всегда их носил с собой и регулярно принимал. Всех капсулах гемостатин. Видимо, таблетки гемостатина были смолоты в порошок и засыпаны в капсулу вместо витаминов. На капсулах и баночках только следы Ялина. И их мало, что странно, если он регулярно принимал витамины. Ведь капсул баночки почти не осталось. И на ней, по идее, должны быть следы работников аптеки. А их нет. Я думаю, что упаковку протерли недавно. Я по штрих-коду проверила. Витамины куплены 10 дней назад и оплачены банковской картой Ялина. Ну, будем проверять его передвижение за этот период. Искать, где и когда содержимое капсул могли заменить на гемостатин. 9 дней назад умер сын Ялина, Глеб. Неделю назад были похороны. После этого, судя по местонахождению мобильника, он 2 дня не выходил из дома. А вот 5 дней назад ездил в следственный изолятор. В общем, нужно разбираться, что случилось с Глебом. Может, у Ялина были претензии к руководству изолятора? Спасибо. Вы нам очень помогли. Как ты? Да паршиво. Понимаю. Пообщался с руководством СИЗО. Ну и что выяснили по поводу сына Саныча? Да, история довольно банальна. Сокамерники проявили участие к домашнему мальчику. Сделали ему несколько мелких одолжений. Угостили чаем с сахаром. И заставили платить определенным способом. Точно. Глеб обратился за помощью к тюремному оперу. Тот жалобу
проигнорировал. И жизнь парня стала невыносимой. Он не выдержал прессинга, повесился. Ялин написал жалобу на тюремного опера, хотел добиться его увольнения. Мотив? Облом. В день смерти Глеба Ялина тюремный опер ушел в отпуск. Улетел в Армению, где находится до сих пор. Подтверждено свидетелями и записями камер наблюдения отеля. Ладно, поехали дальше. 4 дня назад Ялин улетел на сборы в Самару. Едва похоронив сына. Железный мужик. Вернулся 2 дня назад. Оксана, это навигатор машины Ялина? Да. Ну и что? И вот смотри. Позавчера машина ездила к клубу. Вернулась к дому поздно. И до вчерашней вечерней тренировки стояла около дома Ялина. Так. Мобильник Ялина до вечера тоже был дома. Дороги на тренировку он вчера никуда не заезжал. Ну, я натравил программу распознавания лиц на базу записей камер рядом с домом Ялина. Ну, так, на всякий случай. Вот, и она что-то зацепила. А, интересное кино. Вчера, пока мобильные машины Ялина отдыхали, он сам куда-то ходил. Ушел утром, вернулся вечером перед тренировкой. Бывший тренер Лисицына по боксу Георгий Ялин приглашает своего воспитанника на серьезный разговор. Во время тренировочного спарринга между ними Ялин умирает. Эксперты выясняют, что Ялин был отравлен. 9 дней назад погиб сын Ялина Глеб. Он сбил девочку роллера и повесился в следственном изоляторе. В день своей смерти Ялин куда-то уходил, пытаясь скрыть свои перемещения. Он ездил куда-то на общественном транспорте? Нет. Ни на одной остановке рядом с домом он не засветился. Ну, если пешком, может, недалеко. Один из постоянных контактов Ялина, Федор Чухов, живет в соседнем квартале. Чухов, говоришь? А где же эти чертовы ключи? Я на работу опоздаю. Ничего, Федор Эдуардович, мы вас долго не задержим. А, я все уже сказал вам. Вчера Саныч был у меня в гостях. Целый день просидели. А, с утра до самого вечера. А что? А я могу уже ехать? А вы за городом давно были? Неделю назад, на даче. А машину где поцарапали? На даче, там же. Странно, грязь и царапины совсем свежие. Вы позвольте. А у меня выбор есть. Смотри-ка, забавно. Судя по чеку с заправки, вчера был залит полный бак. А сейчас бак почти пуст. А вы утверждаете, что весь день были дома? Кроме вас на машине кто-нибудь ездил? Никто. Тогда мы ваш автомобиль забираем к нам в ФС и вас тоже. Меня? Конечно. Зачем? Затем. На водительском месте машина Чухова под ржавой Ялина. Ага. И, судя по всему, наш бравый тренер вез кого-то в багажнике. Кровь и потожировые неизвестного мужчины. К сожалению, ваш друг Георгий Александрович Ялин мертв. Как? А информация, которую вы так упорно скрываете, поможет найти убийцу и наказать виновного. Убили. Убили. Хорошо. Я скажу. Саныч вчера у меня брал машину. На целый день.
но просил никому не говорить. Я обещал. Я им многим обязан, понимаете? Пытался выполнить обещанное. Навигатор машины Чухова вчера с утра до вечера был принудительно отключен. Атлас бумажный. Валяется тут, наверное, с доисторических времен. Навигатор был выключен. Мобильник Ялин оставил дома. Он вполне мог этим воспользоваться, если поехал в незнакомое место. Ну-ка, дай-ка. Угу. Федор Дурнович, а куда ездил Ялин на вашей машине? Не знаю. Я правда не знаю. Он вернул машину вечером. Извинился за царапину, пытался деньги даже всучить. Я не взял. Он положил деньги на тумбочку и ушел. А в каком он был состоянии? Напуган, расстроен? Напуган. Саныч, нет. Он был похож на человека, принявшего важное решение. Ну, судя по расходу бензина в автомобилях такой модели, с учетом состояния двигателя машины Чухова, вчера она проехала 300-400 километров. На «Атласе» путажевые следы Чухова и Ялина. И что нам это дает? Ялин пролистывал страницы, а вот по этой водил пальцем. И теперь всю Тульскую область будем прочесывать? Так. А вот смотри. След пальца Ялина рядом с четырьмя населенными пунктами на букву «Д». А, ну четыре населенных пункта – это уже лучше целой области. Только один находится на этой странице. Деревня Дрыгина. Хм, какой поэтичный топоним. Саныча здесь не опознали, его машину никто не видел. Да, та же картина, но мне посоветовали сходить к москвичу Михаилу Орехову. Дачники уже разъехались, а он несколько дней назад заселился в старый дом своего деда. Возможно, Ялин к нему приезжал. Надо проверить. Да я только оттуда, а в доме никого. Ну, тогда надо с участковым местным пообщаться, он живет на этой улице. Давай, поехали. Стой! Куда ты? Ты убил его, я точно знаю! Пусти меня! А ну, девушку, отпусти! Пошел ты! Ты че, майор Лисиц, Федеральная спецслужба? Капитан Данилов. Здравия желаю. Полномочный участковый Василий Дровин. Это моя жена Ирина. У нас небольшая семейная ссора. Понятно. Так, надо вам в дом пройти, переодеться. Нам нужна ваша помощь профессиональная. Пойдемте. Что случилось? Я с юности была влюблена в одного человека. Недавно он приехал и вот завертелся у нас. А вчера вечером Миша пропал. Но не мог он уехать, не сказав мне. У нас все серьезно было. Миша Орехов? Да. Вы откуда знаете? Михаил Орехов и его друг Захар Купавин были в машине, когда Глеб Ялин сбил девочку. Вместе ехали из клуба. Да, они оба дали показания против Глеба. По их словам, пьяный Глеб потребовал, чтобы пустили за руль. Но они не смогли ему помешать. Глеб утверждал, что ничего не помнит. Судя по результатам судебно-медицинской экспертизы, в момент наезда Глеб ударился головой о дверцу.
Машина старая, подушки не сработали. Ну да. Черепно-мозговая травма могла стать причиной амнезии. Угу. Плюс бешеная доза алкоголя. А по поводу жены моей, так это она просто перенервничала сильно. Но придумывала себе не весь что. А Мишка этот уже, поди давно, в Москву свою уехал. Ну, это вряд ли. Вещи на месте. Может, от его деда покойного? Да, сложно представить дедушку в таких штанишках. Угу. Ключики вот его здесь. Да, вот мобильного в доме нет. Погодите-ка. Да тут, похоже, кровь на косяке. Степа, тут кого-то нехило звезданул по физиономии. Костя, тут размазанный потожировой след. Да, видимо, не слабо к стенке-то прижали, затылком кого-то. Я бы думал, били-то Михаила Орехова. А вот кто бил? Вопрос. Не вы, случайно? Да не я это, сто раз уже говорил. Я его пальцем не трогал. Тем не менее, нам надо взять у вас образец ДНК. Степа, вы тут поразвлекайтесь, а я пойду во двор, я там кое-что заметил. Степа, смотри, на арматуре краска с машины Чукрова. Саныч, видимо, был здесь. Может, и правда не при делах. Полюбуйся, под кроватью была. Вы посадили за руль Глеба, он был в отрубе. Я знаю, это ты убил девочку, Глеб не виноват. Саныч приедет и все узнает, тебе не жить. Да, видимо, Ялин таки все узнал. Тренер Лисицына по боксу Георгий Ялин приглашает его на разговор. Во время спарринга между ними Ялин умирает. Сын Ялина Глеб сбил на машине девочку роллера и повесился в СИЗО. Друзья Глеба, Михаил и Захар, были в машине в момент наезда и дали показания. ФЭС находит анонимки, в которых сказано, что Глеба подставили. И что девочку сбил Михаил Орехов. Неожиданно. На записках Потужавы Михаила Орехова и деревенского участкового Василия Дровина. Вы понимаете, когда я тут появился здесь, с Иркой с моей случилось что-то. Расцвела она прям вся. Со мной такая не была. По грибы стал часто бегать. Иришка! Ирина! Однажды я с ночного дежурства вернулся, а у нее постель не смята. Ну, заподозрил я, что изменяет. Обыскал Мишкин дом. Нашел вот эти записки под кроватью. А в постели у него Иркин волос. Пробил я его по базам. Всю эту историю с Глебом Ялиным узнал. Кто такой Саныч тоже. Адрес его узнал и вчера с утра пораньше съездил. Показал ему все эти фотки записок на телефоне. Ну и рассказал, где Мишка прячется. Дальше что было? Да не знаю я! Слушай, мне пофиг вообще, что он сделал с этим. Пусть только свалит отсюда. Чтоб Ирка моя поняла, что это все ради баловства с ней крутил. Знаешь что? Честнее было бы морду набить. Согласен. Слушай, ну я Ирку... Ну, люблю я ее.
Я все сделаю, чтобы она не ушла от меня. Вы же не скажете? Ух ты. Ну и видок у тебя. Садись, поешь. Сейчас кофе сделаю. Спасибо. Давай-ка поразмыслим. Если Михаил Орехов подставил Глеба Ялина и косвенно виновен в его смерти, мог ли он отравить Саныча, чтобы спасти свою шкуру? И спрятаться в деревне? А Саныч нашел его, когда был отравлен? Где же тогда Михаил? Приятный аппетит, Кость. Николай Петрович, кровь и потжавые в багажнике машины Чухова принадлежат Михаилу Орехову. Похоже, искать надо не Михаила, а его труп. Да не мог Саныч из-за этих анонимок убить человека. Не мог. А второго свидетеля наезда, Захара Купавина, нашли? Ищем. Дома его нет. Телефон выключился вчера днем, после того, как ему позвонил Орехов. Николай Петрович, кровь на дверной коробке принадлежит Орехову. Но, судя по степени свернутости, кровь попала туда до звонка Захару. А значит, есть вероятность, что после избиения Ялиным Михаил был еще жив и достаточно здоров, чтобы тыкать пальцем в экран. Или это Саныч звонил с телефона Михаила. Степ поехал на квартиру Орехова осмотреть. Может, найдет зацепки, где его искать. А я займусь записками. Это поза вообще отстой. Сейчас я тебе покажу, как настоящие взрослые люди чпокаются. Мишка, что ли, приехал? Данилов, Федеральная экспертная служба. А вы кто? Я это, брат Мишки, сводный, по отцу, Тимофей. А в квартиру как вы попали? То, чем вы тут занимались, вопросов не вызывает, конечно. Мне этот, мне Мишка сам ключ дал. Он в эту деревню же уехал загорать. Я тут цветочки поливаю. В общем так, вы... Цветочек свой забирайте и подождите на лестнице. Нам нужно квартиру осмотреть. Смотри, что Степа обнаружил в квартире Орехова. Камера. Ага, и она работает. Кто-то за ним следил. Так. Звонок с телефона Орехова Захару Купавину был сделан с подмосковной трассы. Так, ну вот, полюбуйся. Машина Чухова. Угу. Ну, кто-то за рулем не видно. Если Саныч... Слушай, Захар, как и Михаил, свидетельствовал на суде против Глеба. У Саныча был мотив отомстить им обоим. Да. Игорь, на обратной стороне есть потужевой след. Последняя камера, на которой засветилась машина Чухова, рядом с поворотом на лесничество. Дорога там тупиковая. А в лесничестве раньше работал дальний родственник Саныча. После того, как лесников сократили и разогнали, родственник свалил на Дальний Восток. Значит, в доме лесника теперь никто не живет.
доме пусто. Ну чего, надо организовать понятых и проводить осмотр. Да это бесполезно. На дверях ржавый замок, да, видимо, давно не открывали. Да? А это что? Похоже на кровь. Списке потажировой след брата Михаила Орехова. И на камере его потажировые. А брат у Михаила только один. Тимофей. Это который цветочек поливал? Угу. Садовник. Это... Хочешь, я слазь за пробами в колодец? Нет, Кость, давай я, ты... А я что? Ну, я легче, ты сильнее. Убит ударом кирпича по голове. Проломлена височная кость. Время смерти вчера между 16 и 17 часами. Через 2-3 часа после того, как машина Чухова свернула к лесничеству. Видимо, Саныч привез туда Михаила и убил. Даже у самых достойных людей от жажды мести напрочь сносит крышу. Круглов. Понял, спасибо. Тимофея Орехова привезли. На кирпиче кровь Михаила Орехова и его же потожировые в пробах, взятых Даниловым со стенок колодца. Судя по количеству и расположению потожировых следов на стенках колодца, он был жив, когда его туда сбросили. Ого. А он в колодце-то был не один? В образцах есть потожировые неизвестного. Может, Захара Купавина? Знакомьтесь, пожалуйста, вы поставили камеру в квартире брата. Зачем? Да я просто понять хотел, что он такого с тёлками делает, что они все от него тащатся потом. И то же самое с Лилькой проделать. Ну, опытностью ее поразить там. Поразили? Там Камасутра-то всего один раз было. Потом Мишка с Захаром 2 дня бухали. Своего товарища Глеба поминали. Да не парься ты, Мих. Нормально все сделали же. Ну, я послушал их трюк, потом посерфил по сети. Сложил 2 + 2 и понял, что Михаил сбил девочку роллера и подставил Глеба. Ну, кто из них ее сбил, этого я не могу сказать. То, что они Глеба подставили, да. И потом еще ее папашку жутко боялись. Зачем вы писали анонимные записки? Ну, Мишка, он просто трусоват немного был. Ну, вот я это все и придумал, чтобы его из квартиры как-то выкурить. И насладиться там общением с Лилей? Да. Мы просто оба с родителями живем, а нам по-другому... А почему вы камеру не убрали? Ну, я хотел записать все, что у нас там с Лилькой получится, чтобы потом это все на досуге пересмотреть и работу над ошибками провести. Да ты хоть понимаешь, к чему привели твои шалости? 2 трупа. Возможно, будет 3-й. Да я сам в шоке. Круглов, слушай. Сиди здесь. Кость, нашелся Захар Купавин в полицейском участке рядом с лесничеством. Живой. Обратился с заявлением о похищении. Ноги в руки, вези его сюда. Захар, ты рассказывай. Мне позвонил вчера Миха. Просил приехать в лесничество. Я приехал. И на меня напал тот псих. Саныч?
отец Глеба. Вырубил. Я очнулся в колодце. Там был Миха. Саныч требовал, чтобы мы признались, кто из нас был за рулем. Миха начал на меня гнать. Я сказал правду, что это он был за рулем. Следствие обманули. Ну да. Хотел отмазать Миху. Мы с детства, как не разлили вода, друзья. А Саныч нас бросил в колодцы и свалил. А как же вы выбрались? Помогали друг другу. Я сбежал, а Миха не успел. Я из-за кустов видел, как Саныч кирпичом по голове ему. Значит, Саныч убийца. Да, я до конца не верил. Игорь, тут кое-что странное. Он врет. Синим я ввела путежевые следы Захара. Только он выбрался из колодца. Ну, видимо, упираясь руками и ногами о стенки колодца в распор. Но почему он не вытащил друга? Да, Оксан. Так. А ну, пойдем со мной. Куда? Тебя смотрит доктор. Надо понять, падение в колодец причинило тебе вред или нет. Пойдем. Ты какой? Я... У меня только царапины, больше ничего нету, и все. Ну, пойдем, пойдем. Мы в любом случае не отпустим тебя, пока не убедимся, что с тобой все хорошо. Пошли. Давай, давай, казачок. Я проанализировал все материалы по наезду на девочку роллером и сделал анимированную модель. У того, кто был за рулем, должны были остаться следы мелких травм. Не, ну понятно, внешние следы могли уже сойти, но внутренние гематомы должны были остаться. Антонова, ничего подобного у Михаила не нашла. А вот у Захара трещина в ребре. Но именно такую должен был получить тот, кто сидел за рулем. Это что ж получается? В момент наезда за рулем был Захар? Это вы сбили девочку и убили Михаила. В колодце, чтобы он вас не сдал. А я нашел кое-что в базе спортивного клуба. В канун смерти Саныча Захар приходил вечером в клуб по разовому абонементу в бассейн. Внутри деталей вымытой кофемолки из его квартиры. Следы гемостатина. Да? Это я сбил девку. Мы посадили с Михой Глеба за руль, треснули головой о дверцу и сказали, что сбил он. Все было в шоколаде. Пока Миха не показал мне эти записки. Одну я нашел у себя на балконе. Вторую приклеили скотчем к багажнику машины. А третью сунули в почтовый ящик. Да не парься ты. Ты что, вообще не вкурил, что происходит, а? Кто-то все знает. Ну какого хрена он меня крайним делает? Ты что, орешь, как беременный енот? Разберемся. А знаешь что? Я лучше пойду и Санычу сам все расскажу. Не я же вас за рулем. Стоять! Ты забыл, ты следаку тоже пургу гнал. Саныч нас закопает, грохнет или посадит. И что теперь делать-то? Отставить панику. Смотайся куда-нибудь. Пузико погрей. А я найду этого писателя и узнаю, в чем дело. Меня загранпаспорта нет действующего. Ну, сходи по грибы. Или на рыбалку сходи. Как в старой восточной притче. Хотел сбежать от смерти, сбежал туда, где смерть его настигла. Автора записок вы не нашли и сыграли на опережение. Отравили Саныча, пока Михаил не признался. Вывести. Ты был прав. Ты о чем? Саныч не убийца. Он оставил двух этих уродов в колодце. Хотел добиться признания. И, видимо, сдать их тебе. Мировой был мужик.